Более 1000 ребят в возрасте от 11 до 15 лет из всех 32 районов Омской области участвовали в нынешнем году в отборочных испытаниях летнего фестиваля ГТО. В финале регионального этапа лучшие – 60 мальчишек и девчонок. Они – претенденты на поездку в Артек, на решающие соревнования уже всероссийского масштаба. Девочки, третья и четвертая ступень, у нас как никогда сильный уровень, так скажем, сборной Российской Федерации. Мы очень на них надеемся, что они покажут выдающиеся результаты. Полина Быкова – прошлогодняя участница всероссийского финала фестиваля ГТО. Сейчас омская легкоатлетка полна решимости вновь пробиться в сборную команду региона. Самое главное – это как бы вначале выложиться, и вот когда уже будет финал, вот то есть сейчас, тут опять приходится заново выкладываться на все 100%, чтобы попасть туда. Поддержать юных спортсменов в состязаниях регионального этапа на сибирский нефтяник пришел посол ГТО по Омской области, двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко. Уверен, что наши ребята покажут достойные результаты, отберутся и представят наш регион одному из самых крупных, так известных, знаменитых лагерей спортивных. Я занимаюсь плаванием, получается, с 7 лет, и плавание – вид спорта, который позволяет всем группам мышц развиваться. Ну, я занимаюсь дополнительно еще пятиборьем, то есть это смесь 5 видов спорта: стрельба, плавание, бег, конный вид спорта, спорт и фехтование. Ну, все виды спорта комплексно работают на эти группы мышц. Тренировался каждый день, бегал, подтягивался, готовился просто. Вот подготовка именно к метанию, чтобы был хороший результат, как она складывается, что нужно делать? Ну, я гири тягал каждый день двумя руками, не одной. Главное две качать, не одну, которую кидаешь, а две. Ну и все. Ну и кидал каждый день. Мне нравится. Я сейчас пытаюсь попасть в Артек и, ну, у меня есть все шансы, поэтому я их воплощаю в реальность. Ну, соревнования проходят на высшем уровне, судьи считают хорошо. Так проблем никаких нет, выкладываемся по полной. Я занимаюсь греблей на байдарках и каноэ. И свои шансы оценим высоко. И думаю, победить возможно. По итогам местных соревнований сформируется команда, которая начнет подготовку к октябрьским южным стартам. В Артек от Омской области на финал Всероссийского фестиваля отправится 8 человек. 4 мальчика и 4 девочки, которые выступят в своих возрастных группах.